И снова всем привет. На обзоре у нас 150-й Chevrolet Handyman Station Wagon 57-го года выпуска. Вот такой вот обалденный кастом. Я их когда увидел на AliExpress, сразу же заказал, вообще не думая. Тем более ценники по акции что-то даже 1000 они, по-моему, не стоили. Сейчас они подорожали, конечно. Сейчас что-то в районе 1500-2000 они стоят. Вот. И просто тащусь от моделей с пламенем, поэтому сразу же заказал, даже не раздумывая. Так, это у нас такая вот коробочка. Это вот от этой красной модели. А от синей коробочка попроще. Ладно, начнем потихоньку. Очередные американские автомобили пришли мне с AliExpress. Сейчас потихонечку покажу, расскажу. Так вот смотришь через экран телефона, и перед у них, конечно, не очень кажется. Вживую, конечно, модели смотрятся намного обалдений. Просто я от них балдею, скажем так. Детализацию, конечно, они могли бы сделать и получше, но взял я их из-за того, что, как я говорил, что я люблю автомобили с пламенем. И прямо расцветка обалденная, мне очень понравилась. У них, получается, открываются двери, что, на мой взгляд, ничего хорошего в этом нету, что двери открываются. Но опять же, кому как. Щели, кстати, здесь прям вообще минимальные. Тем более для такого бренда. Они особо на качество-то не заморачиваются. Производителем 2. Ну, я скажу, щели тут минимальные. Капот не открывается. Здесь тоже дверцы открываются у нас. Кстати, вот здесь такой белоснежный цвет, а здесь более такой серый цвет. Немножко они это в цвет не попали. Но я так понимаю, потому что они перекрывали вот этот синий металлик. Поэтому вот этот цвет получился более темный. Это, конечно, мне не очень понравилось. Пламя, конечно, сделано у них вообще обалденно. Интересные такие модели, на мой взгляд, в коллекцию. Вот это прям вообще мне очень понравилась модель, конечно. Колесики, как всегда, чуть-чуть кривоватые. Машина чутка подпрыгивает, когда едет. Колеса крутятся прям вообще идеально. Но я не считаю, что это минус, в принципе. Но неприятно. Вот. Те, кто коллекционирует подобную такую американскую классику, всякие кастомы, модели с пламенем, ну, однозначно рекомендую. Модельки, в принципе, меня не разочаровали. Все, всем удачи.